На православном календаре сегодня праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Образ Девы Марии – самый почитаемый в христианстве. Чудотворные образа Богородицы Жировическая, Буцловская, Белынческая равно почитаются как православными, так и католиками. Отмечу, в церковном году есть еще несколько праздников, прославляющих Богородицу. Это покрова, введение во храм, Благовещение, Успение. На богородичные торжества священство облачается в голубые или синие одежды.